Здравствуйте, дорогие друзья и партнеры. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, единичку. Активнее, пожалуйста. С вами Елена Евсеенко. И тема моей презентации – это, конечно же, наш маркетинг. А теперь я попрошу, поставьте, пожалуйста, галочки, если среди... Ой, поставьте, пожалуйста, двоечки, если среди нас новички. Новички – это именно те партнеры, которые буквально недавно у нас сделали регистрацию, которые еще не понимают, как работать в нашем кабинете, не знают наших маркетингов. Поэтому я прошу поставить двоечки. Я вижу, вижу, да. Новички есть, это очень радует. Это здорово. Так, кто-то написал, что ничего не слышит. Тогда вам нужно просто выйти из комнаты и снова в нее войти. И звук появится. Перезайдите. Итак, новичков среди нас сегодня много, это меня очень радует, и именно поэтому мы сейчас начнем с вами сразу же именно с разбора нашего кабинета. Потому что каждый новичок, пройдя простую регистрацию, он должен в первую очередь освоить свое рабочее место. Итак, мы открываем демонстрацию. Поставьте, пожалуйста, троечки, как будет виден мой экран. Активнее, пожалуйста. Троечки, виден ли мой экран? Угу, все, вижу, замечательно. Итак, мы переходим в наш кабинет. Вы только что сделали регистрацию. Обязательно в первую очередь вы должны открыть раздел профиля. И поставьте, пожалуйста, вашу фотографию. Это нужно лишь для того, чтобы человек, ваш спонсор, к примеру, будет вам помогать. И, понимаете, вот чисто психологически не хочется ставить там, допустим, вот галочку, у нас столы все управляемые, боксы управляемые, не хочется ставить галочку именно под пустое место. Итак, фотографию вы поставили. Первое, что нужно сделать, если вы только не указали при регистрации свой скайп, пожалуйста, укажите его в разделе «Профиль». Если же у кого-то нет скайпа, скачайте. Он нужен вам для работы. Это самый главный инструмент, через который можно, собственно, работать и зарабатывать. Можно, конечно же, работать и по социальным сетям, но там не откроешь экран, там не покажешь, как правильно ставить галочки, как заполнить свой профиль. Ну, в общем-то, все это работа происходит, можно сказать, с открытым экраном. Поэтому, пожалуйста, установите скайп, у кого его нету. Если же у вас есть канал YouTube, также его впишите. Страничку ВКонтакте, в Одноклассниках и нажмите «Сохранить». Следующее ваше действие – вы также можете заполнить все свои платежные системы. И чтобы именно обезопасить себя, я рекомендую, если в какой-либо у вас платежной системы нету, впишите любые цифры, крестики, нолики, все, что вы хотите, и нажмите «Сохранить», чтобы все у вас было здесь заполнено. Если же вас не устраивает пароль, который вы указали при регистрации, вы можете в любое время сделать смену пароля. Это делается тоже очень просто. Вписываете старый пароль, новый пароль, повторите новый пароль и нажмите «Сохранить». Ваш пароль от кабинета должны знать только вы сами. Следующее действие. Вы заполнили свой профиль. Вам нужно перейти в раздел «Финансы» и пополнить баланс нашего своего кабинета. Вы можете это сделать через платежную систему Power Perfect. Мгновенное пополнение баланса. Не нужно только вписывать сюда именно в долларах. У нас нет долларового счета, поэтому все вписывайте именно в рублях. Но некоторые новички допускают такие ошибки, пишут в долларах, а потом нажимают на кнопочку активации, звонят и говорят, у нас ничего не покупается, не купится, потому что вы пишете там 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов, и получается на баланс вам приходит именно сумма в рублях, кому рубль, кому 5, кому там сколько-то. Пишите сумму в рублях. Нажимаете «Пополнить», вас перекинет на платежную систему. Там все нажмете «Далее», зайдете в свой кошелек и подтвердите платеж. И денежные средства вам поступят на баланс.
Если же вы будете пополнять вот именно через Киви, также пишите сумму в рублях и нажимаете «Пополнить». Вот именно пополнение через Киви почему-то очень много людей делают ошибок. Хотя там все очень предельно просто. Поэтому здесь даже вот написали вот вам красным шрифтом. Обязательно посмотрите видеоролик. 1 минута и 45 секунд. И не будет у вас ошибок. Но почему-то люди считают себя умнее всех, считают, что все они умеют делать, все делают самостоятельно и делают все как попало. Потом начинают звонить и писать, что нам не поступают денежные средства на кабинет. Ну, потому что неправильно написали. Почему-то вписывают именно вот в эти окна все, что угодно, но только не то, что нужно вписать. А вы должны скопировать номер Киви, перейти именно в свой кошелек и отправить на этот номер денежные средства. Нажать «История». И в истории найти номер квитанции, скопировать его, вставить вот в это окно. Дата и время перевода по московскому времени. Сделайте перерасчет, впишите и нажмите «Я оплатил». И денежные средства вам будут поступать на баланс очень быстро. Таким образом, вы и сами будете получать денежные средства быстро, и также не задерживать очередь. Потому что, когда человек вписывает сюда непонятно что, получается, администрация сидит там, разбирается с этими переводами, и, собственно, очередь задерживается. Итак, вы пополнили свой кабинет. Кстати, также кабинет можно пополнить из карты Сбербанка. У нас есть внутренний перевод денежных средств. Это очень удобно. И на самом деле очень много людей к нам приходят именно через Сбербанк. Вы просто можете позвонить мне, можете позвонить Елене Лукиной, Денису Сологубу, нашей администрации. Мы дадим вам номер счета Сбербанка, отправляете денежные средства, а мы же вам быстренько начисляем на ваши кабинеты. Это делается очень просто. Вот ЛС равен 1 рублю. Здесь, значит, трогать ничего абсолютно не надо. Вот это вот стирается отсюда. Вписывается номер, куда вы будете переводить денежные средства. Обязательно нажмите на кнопочку «Проверить». Вы увидите имя, фотографию человека, кому вы отправляете деньги. Вписываете сумму. Вот здесь пароль от вашего личного кабинета, откуда вы отправляете деньги. Нажмите «Проверить». Выскочит вот такая вот таблица. Пароль подтвержден. Нажмете «Ок». Поставьте галочку и нажмите «Отправить». И вы должны сейчас идти именно на свою почту. Почта должна быть у вас открыта именно в этом же браузере, где открыт ваш кабинет. Открываете ваше письмо. Оно находится или же во входящих, либо в папке спама. И нажимаете на одно единственное слово «Подтвердить». И деньги благополучно переведутся. Но некоторые и здесь совершают ошибку. Открывают, значит, свой личный кабинет в одном браузере, почту в другом, а потом звонят и говорят, ничего не переводится. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Итак, вы пополнили все-таки свой кабинет. Теперь вам нужно сделать именно активацию. Для этого вы переходите на площадку Moneybox. Я буду начинать с нее, потому что сейчас именно огромное количество партнеров идет именно на эту площадку. И буду показывать, как же нужно активировать именно боксы. Опускаетесь в самый низ, видите перед собой именно вот боксы. Каждый бокс стоит вот первый 50 рублей, второй стоит 100 рублей, третий 200, четвертый 400. Пятый 800, шестой 1600 и седьмой бокс это 3200 рублей. Вот первый бокс мы все с вами покупаем, он обязателен. А все остальное только по вашим финансовым возможностям, так как эта площадка социальная, вы сами решаете, на какие боксы можете войти. Но я хочу сказать, что если вы решаетесь активно продвигаться по боксам, вы должны понимать, что чем больше боксов вы купите, тем быстрее начнете получать зарплату. Потому что доходы мы уже получаем именно только на седьмом боксе.
То есть, если вы активировали один, то вам нужно, соответственно, проделать вот такой путь, дойти до седьмого бокса, и только потом вы будете получать доходы. Если же вы активируете их несколько, значит, вы очень быстро приходите к седьмому боксу. Также по поводу клонов. Каждый клон стоит ровно столько, сколько стоит определенный бокс. И каждый клон вы можете покупать в любое время. Сколько захотите, столько и покупайте. Это все только от вашего желания зависит. Итак, с покупкой клонов мы с вами разобрались. Сейчас я вам покажу также, как надо активировать именно площадку LSBank. Потому что очень много партнеров сейчас спрашивают, а можно ли нам банк активировать сразу? Ну, конечно же, можно, потому что каждая площадка, она рассматривается уже по вашему желанию. Вы можете смело активировать площадку LSBank. Вход составляет 2500. Здесь одна единственная кнопка активации, она сверху сразу. То есть нажимаете LSBank и сразу можете активировать площадку. Плюс заключается в том, что по прохождению именно боксов вы в любом случае будете попадать на площадку LSBank. И после прохождения этого получается, что вы получите на баланс для вывода полный 100% возврат за то, что вы купили именно площадку LSBank. То есть все сразу вам на вывод. А сейчас мы с вами рассмотрим дальше, что же мы должны делать в следующий шаг. Итак, мы активировали наши площадки. Следующее, что я рекомендую вам сделать, это обязательно пройти обучение от LS Club. Потому что очень много партнеров действительно звонят и спрашивают элементарные вещи, которые не стали бы спрашивать, если бы прошли обучение в собственном кабинете. Это знакомство с LS Club, как сделать регистрацию, как заполнить профиль, обзор главной страницы, активация бизнес-места, как деньги выводить, как балансы пополнять, что делать, если вы забыли пароль. Вот именно забыли пароль, очень много идет звонков. И уходит на это реально очень много времени. Если бы прошли обучение, не было бы таких проблем. Как пополнение баланса через Perfect, через Power, через Kiwi, как перевод сделать между кабинетами. Тоже звонят, тоже отнимают это время. Поймите, ведь каждый из вас также будет спонсором. И вы должны помогать своим лично приглашенным партнерам. А звонит очень большое количество людей в день и задают вот всевозможные вопросы. Спрашиваем, где ваш спонсор? Или на связь не выходит, или же сам ничего не понимает. Но если ваш спонсор не понимает, вы же сами его выбрали. Соответственно, обучайтесь сами и обучайте, получается, своего спонсора. Или же берите его за руку и идите вместе на обучение. Также есть раздел промо-материалы. Все здесь есть, как лендинг заполнить, как им пользоваться, как зарегистрировать всевозможные кошельки. Вот все это проходится методом квеста. Это очень интересно. Ролики, они очень коротенькие. Вы отвечаете на вопросы, там да, нет, и не знаю. Там всего 3 вопроса. То есть очень интересно все это пройти. Проходите это, следующее ваше обучение, это вот очень многие люди говорят, я не умею приглашать, я новичок, вообще ничего не умею. Так вот, следующий раздел – это продвижение по социальным сетям. А третий раздел – это продвижение в менеджерах. Это же все для вас, все именно для того, чтобы вы наконец-то научились именно работе в интернете. Четвертый раздел пока еще в разработке. Итак, вы прошли обучение. Следующий раздел – это промо-материалы. Открываем его. И вы будете скачивать, вот, к примеру, люди, которые работают на земле, скачают визитки. Распечатают их и можете раздавать людям. Также презентация от LS-клуба. Ее тоже нужно обязательно скачать и установить на рабочий стол. Кто-то мне недавно сказал, что презентация не скачивается. Если же у кого-то не получается ее скачать, позвоните, пожалуйста, Денису. Он вам все поможет сделать. Итак, презентация нужна на рабочем столе обязательно. Именно по ней вы сможете людям объяснять, что же это за клуб. И показывать его маркетинги. Поверьте, как только вы все это выучите, все уляжется в вашей голове, у вас просто не будет проблем с приглашениями.
Следующий раздел, это же раздел уже рефералы. Нажимаете на него. Вот здесь сверху будет ваша реферальная ссылка. Также она есть сокращенная. Ссылка на лендинг-страницу и сокращенная ссылка. Все очень удобно. Также можете нажать вот на просмотр структуры. Вот эта кнопочка тоже очень удобна. Я всегда ей пользуюсь. Здесь вы увидите всех своих лично приглашенных партнеров. И каждого из них, вот я вот рекомендую именно тем людям, которые сейчас у нас работают на манибоксе, возьмите и выпишите все номера своих личных партнеров именно в тетрадку, чтобы она просто лежала у вас перед глазами. Таким образом вы сможете тогда элементарно копировать номер ваших лично приглашенных партнеров, заходить на площадку Moneybox и просматривать, как ваши лично приглашенные партнеры стоят по отношению к вам. То есть пользоваться поисковиком. Это очень важный момент, которым вы должны все буквально научиться пользоваться. Итак, давайте вот его рассмотрим, как он работает. Самое главное, то, что вы должны понять для себя одно единственное правило. Красные – это закрытые столы. Зеленые – это открытые столы, где два свободных места у человека. А вот оранжевое – это то, где у человека закрыта одна ножка. То есть для вас эти столы уже как бы более интересны. Но когда закрыто это место в первом столе у вашего личного партнера, оно для вас как бы не совсем интересно. Вы можете управлять только своими собственными клонами, ставить галочки и показывать им путь, куда они будут вставать. И лично приглашенным партнером, который первый движется следом за вами. Вот ко мне имеет отношение вот именно вот этот в шестом боксе. А все остальное – это уже его хвост. И только он может ставить галочки под свои клоны и давать им именно направление, куда они будут двигаться. Таким образом, ставя мне вот сюда вот галочки, они не будут меня слушаться, поэтому и нет смысла мне туда их ставить. Но я могу поставить галочки, вот, к примеру, туда, куда пойдет вот этот партнер. Следующего. Давайте посмотрим следующего на более, наверное, другом примере. К примеру, сейчас я найду любого личника, и мы с вами посмотрим. Так, как можно управлять еще галочками? Так, 17-15. Вот я сейчас нажму. И мы посмотрим, как он стоит, этот человек, по отношению ко мне. Вы должны просматривать буквально всех ваших лично приглашенных партнеров. И тогда вы как по карте сможете себя выводить на денежные средства, помогая же вашим лично приглашенным партнерам именно двигаться из бокса в бокс. Поверьте, это на самом деле очень интересно. Вот долго что-то у меня загружается, экран открыт, но мы все-таки с вами подождем. Самое главное, все-таки, вот сейчас я поднимусь кверху, пока это все тут у меня загружается, вот оно уже загрузилось. Когда вы открываете именно свою площадку Moneybox, первое, куда вы должны обязательно посмотреть, это на вот это верхнее табло. Оно всегда у вас должно быть занято. То есть, если где-то здесь стоит прочерк, вот это первый бокс, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это боксы. И вот занято вот здесь, вот здесь, вот здесь. Как только где-то появляется у вас прочерк, значит, вы должны прийти именно в этот бокс и поставить туда галочку. То есть все управляемое. Единственное, что вам нужно, это научиться управлять вашими боксами. Ставить правильно галочки. И тогда все у вас будет очень быстро закрываться, и вы будете всегда при деньгах. Вот и так мы рассматриваем следующего партнера. И мы видим, что этот партнер также находится в шестом боксе. И я могу ему управить, как бы направить путь, именно так как это мой лично приглашенный партнер, к себе в седьмой бокс. И у него два открытых стола. Получается, что этот человек, как только придет ко мне, к примеру, к седьмой бокс,
И он может следом же сразу же прийти к себе. У него одна ножка закрыта в шестом боксе, у двух сразу клонов. Он только одним клоном придет ко мне и следующим сразу же приходит к себе. Очень хорошая позиция. А вот в пятом у него два клона, которые открыты две ножки. В четвертом также одна ножка вот есть у него закрыта. То есть, если вот сюда встанет кто-либо, у него также одна ножка закроется уже и в пятом боксе. Это очень удобно. Понимаете, очень удобно. Это карта, по которой вы должны научиться именно двигаться и работать. Синие, они для вас интереса вообще никакого не вызывают. Это то, где, под кем стоит этот человек. Для вас же самые интересные и выгодные позиции – это то именно вот эти вот оранжевые. Но вы должны четко понимать, что управляете вы только самым вот этим вот, который идет следом за вами. Вот у моего личного партнера получается в шестом боксе сразу же одновременно три клона. Под одним два свободных места и по два, вот, где одна ножка занятая. Итак, может быть, у вас есть какие-либо вопросы именно по расстановке галочек, пожалуйста, пишите. Так, все в порядке, всем привет. Можно ли со своего киви проплачивать партнеров с земли? Без проблем. Конечно, можно. Вы можете также даже вот добавиться лично ко мне, если вам хочется все это делать быстро, да, если у вас тут люди с земли. Я вам дам свой киви, вы можете мне даже переводить, а я буду начислять именно на кабинеты ваших партнеров. Никаких проблем с этим нету. Все это можно сделать. Такой вопрос. У меня первый стол закрыт. Что надо делать? Ждать, когда новый партнер придет? Или же можно как-то сделать? Нужно не ждать, когда к вам придет новый партнер, а пригласить и поставить туда нового партнера и тут же купить клон. Соответственно, вы быстро продвигаетесь. Так, нажмите на желтый, чтобы посмотреть на экране. Да, сейчас запросто могу нажать на желтый, и мы с вами посмотрим, что же будет на экране. Ничего не понял с расстановкой. Ну, с расстановкой там на самом деле все очень просто. Вот смотрите, я нажимаю именно на желтого. И мы с вами посмотрим, как стоит партнер. И мы видим, что у этого человека действительно одна ножка занята, а другая открыта. То есть вот сюда должен, как только встанет партнер, человек уходит в седьмой бокс. А сейчас мы нажмем на другую ее ножку, на другую. Вот. И здесь то же самое происходит. Два разных клона. И у человека в обоих клонах одна ножка занята, а другая закрыта. Получается такая ситуация. Вот один клон летит в седьмой, и ее же следующий клон летит к ней, и она получает денежные средства уже на вывод. То есть у нее очень хорошая позиция. Так, покажите мышкой, кого расставлять. Ну, расставлять нужно, конечно же, своих партнеров или же своих собственных клонов. Для того, чтобы вы составляли собственных клонов, соответственно, вы должны их покупать именно в своем кабинете. То есть вы опускаетесь вниз, и вы, к примеру, вот даже вот бывает вот такая ситуация. Вы уже есть в седьмом боксе. Вот вы уже есть. И вам нужны срочные деньги. Вот прямо сейчас нужны деньги. Вот этот бокс шестой. И получается, если вы сюда сейчас вложите именно 1600, то вот этот клон придет к вам, и вы тут же получаете уже 3200 рублей. Если же складывается вот такая ситуация. К примеру, у вас вот эта ножка одна закрыта, а вот этого человека нет. Вот эта ножка закрыта, а вот этого человека нет. Бывают и такие позиции. Получается, что вам достаточно вложить, так, это что, 50, 100, 200, 400 рублей.
клон купить за 400 рублей. Вот этот придет вот сюда, вот этот придет сюда, а вот этот пойдет в седьмой бокс, и вы получаете 3200 рублей, внеся всего 400 рублей. Вам нужно только разобраться во всем этом, как это работает. И поверьте, вас будет не остановить. И мне очень жалко, когда я сейчас иногда, бывает, просматриваю именно статистику активности, и я вижу, что некоторые люди уже начинают ее не оплачивать. Очень жаль, что не разобрались, не поняли вообще, что это такое, какие можно денежные средства здесь зарабатывать. Понимаете, покупая здесь клоны, именно подтверждая свою активность, в дальнейшем, получается, вы перемешиваете своих клонов именно с реальными людьми. И в любой момент у вас может сложиться такая ситуация, что вы вкладываете 50, получаете 3200. Вложите 100 рублей на втором боксе, получите 3200. Вложите 400 и получаете 3200. Это очень выгодный маркетинг, но вы должны в нем разобраться. А для этого вы должны ходить на презентации, вы должны ходить на школы и смотреть, собственно, все это в записи. Да, вот здесь я тоже с вами согласна, что нужен именно очень хороший качественный ролик именно по расстановке галочек и по продвижению по боксам. И в скором времени, я думаю, что такой ролик у нас уже будет. Мы постараемся это сделать. Именно по расстановке галочек и по продвижению по боксам. Так, с клона деньги могут идти. Совершенно верно. Именно с ваших клоны они идут все следом за вами, и вы получаете за них денежные средства. И каждый ваш клон будет получать именно вот эти денежные средства. Поэтому не ленитесь, ни в коем случае не останавливайтесь. Оплачивайте эту активность. Активность смешная, 50 рублей в неделю. Пачку сигарет ведь на эти деньги не купишь. А некоторые люди уже начинают их не оплачивать. Но это, конечно, глупости на самом деле. Клоны покупаются с первого бокса. Да, обязательное подтверждение активности идет именно с покупки первого бокса. Но клоны можно покупать в любой момент, в любое время, по вашему желанию. Какой вам нужен клон, тот и покупаете. Если же вы покупаете клон, к примеру, даже вот в этом в шестом боксе или же в пятом боксе, он уже у вас стоит ближе к седьмому боксу. Его уже легче толкнуть в седьмой. Поэтому абсолютно нет никакого риска. Вы вкладываете денежные средства как в копилку. Money box в переводе – копилка. Вы вкладываете денежные средства именно в себя. Да, почему бы нет? Можете позвонить и, пожалуйста, посмотрим. Так, ну а теперь я думаю, что именно по расстановке, по кабинету мы с вами немного прошлись. А сейчас я хочу все-таки вернуться к слайдам и начать именно разборку нашего маркетинга по манибоксу. Итак, что же такое вообще наш клуб? В первую очередь это гарантированные выплаты, это маркетинговые планы, это многолетний опыт, это надежная защита, это автоматизация и выгодное партнерство. Вот с каждым пунктом вы будете здесь со мной согласны. Когда люди говорят, а что же у вас там продукта-то и нет никакого, на самом деле у нас есть информационный продукт. Это наше обучение, это наша уникальная лендинг-страница. Наша площадка Moneybox – это вообще очень до такой степени интересный маркетинг, которого нету еще, не было в интернете. Никто и никогда не обучал людей работе в управляемой матрице, тем более на практике, с такими минимальными вложениями. Единственная причина, почему этого не было, потому что никому это не выгодно. Потому что любая администрация хочет, чтобы денежные средства оставались как бы у администрации. А здесь вы можете двигаться собственными клонами. И только когда вы действительно научитесь здесь разбираться, вас будет уже просто не остановить. Вы можете даже приглашать людей и говорить им, ты хочешь научиться работать в управляемых матрицах? И я думаю, что многим партнерам это будет интересно. В то же время вы также можете людям говорить, вообще очень легко приглашать на эту площадку.
Вы спрашиваете, а вы желаете выйти на пассивный доход? Ну, многие сразу подумают, что это, наверное, инвестиция, нужны большие вложения. А вы им говорите, да нет, у нас вложение это всего 50 рублей в неделю. Представляете, 50 рублей в неделю. И как распределяются эти денежные средства? Давайте с вами начнем именно с реферальной программы. Я хочу до вас донести, что наша площадка Moneybox, на нее можно смотреть именно с разных сторон. Вы представляете, что в интернете очень много людей, которые говорят, нам не интересны матричные проекты. Мы очень много потеряли именно денег в матрицах. И вы знаете, потому что до этого, можно сказать, очень много предложений в интернете, где идет промежуточные маленькие выплаты, а вся основная сумма из заработанных вкладывается в следующий стол. То есть, пройдя один цикл, мы переходите в следующий цикл, получая лишь только маленькие промежуточные выплаты. А в оконцовке вы ни к чему не приходят люди, потому что деньги зависают. И, собственно, получают еще одно такое вот неприятный опыт. И, собственно, говорят, в матрицах мы работать больше не хотим. Здесь же вы можете предложить именно такой вариант. Хорошо, ладно. Ты можешь зайти и, как бы не работая в матрицах, именно развивать первую линию и выходить на пассивный доход. И в то же время ты будешь обучаться работе в управляемых матрицах. Вот понравится, останешься, не понравится, ладно, там зарабатывай именно вот на пассивном доходе. Как это будет происходить? Смотрите, все тоже очень предельно просто. Мы с вами купили боксы, прошла ровно одна неделя, и мы с вами начинаем подтверждать активность. Не нужно только путать, что подтверждение активности – это вы там попускаете сниз и покупаете боксы. Те клоны вы покупаете только по собственному желанию. А подтверждение активности – это у вас в кабинете выскакивает такая табличка, там красным написано «У вас задолженность». И появляется зеленая кнопочка «Нажмите оплата». Вот именно на эту кнопочку нажимая, вы подтверждаете свою активность. Итак, прошла ровно одна неделя. Денежные средства идут на рефералку. Прошла еще неделя, вторая. Покупаете клона. Проходит третья неделя. Опять на реферальный. Четвертая на покупку клона. Именно когда вы покупаете клоны, вы начинаете обучаться работе в управляемых матрицах. Это я говорю для тех людей, которые, к примеру, не хотят пока работать в матричном проекте. Но они начинают развивать здесь первую линию. И главное, чтобы люди бы относились ко всему к этому вполне серьезно. То есть оплачивали эти 50 рублей. Поверьте, эти 50 рублей вам вернутся с таким плюсом, что вы даже не представляете с каким. Сначала, конечно, структура маленькая, кажется, ничего не видите, кажется, додумаете, ничего не получится. А на самом деле вы только пока пригласили два, конечно же, вы получите всего по 20 рублей два раза в месяц. Ваши пригласят по два, эти по два. Структура пока маленькая, но и то доход у вас составит 1240 рублей. 200 получается на абонентскую плату, а 1000 вам на вывод. Но вот именно на этом месте я хочу остановиться и предупредить вас, предостеречь. Когда вы видите такую рекламу, что вам предлагают заходите к нам и всем поставим по два. Ни в коем случае обходите стороной таких людей, потому что именно они это делают не от понимания маркетинга. То есть они такую вот услугу хотят. Неправильно все это, понимаете? Это просто, на мой взгляд, даже уже мошеннические схемы. Потому что здесь нужно развивать именно первую линию. Пусть немного вам будет сложновато на первых порах, а потом, когда вы все это поймете и все это уложится в вашей голове, проблем у вас не будет с приглашениями, потому что вы будете показывать людям эту информацию уже на своем кабинете. Представьте, что каждый из вас пригласит еще плюсом по одного человека. Это, конечно, таблички условные, у каждого будет по-разному, но это пример. Вот каждый из вас привел по одному человеку, и вас стало 3-3-3-3.
ваша зарплата станет 7260 рублей. Это уже совершенно другие деньги. Посмотрите, каждый по одному, а какая разница по зарплате? И вы будете ее получать ежемесячно. В каком смысле? Смотрите, ведь у каждого свой срок регистрации. У каждого по-разному как бы происходит именно 7 дней, то есть срок оплаты активности. И как только человек нажимает на кнопочку зеленую, что он подтверждает свою активность, то есть оплачивая 50 рублей, вам начисляется реферальный по 10 рублей. И 10 рублей этих будет, их очень много. Вы дальше начинаете работать, вы развиваете дальше первую линию. И представляете, какая у вас будет доход, если у вас будет у каждого просто по 5 человек. Вот даже на такой маркетинг, не рассматривая боксы, а не рассматривая любые там другие наши площадки, они вам тоже понесут доход. Но мы сейчас смотрим именно с этой стороны, вот с реферальной. Понимаете, ваш доход составляет 78100 рублей ежемесячно. Всего по 5 человек. Разве же это трудно? Просто у некоторых людей не хватает ни терпения, ну, не знаю, ну, глупость какая-то. Вы представляете, что человек, когда устраивается вот на земле на работу, для того, чтобы заработать пенсию, он должен отработать практически всю свою жизнь. Вот только сравните и вдумайтесь, это всю жизнь нужно отработать, чтобы заработать вот эту пенсию, вот такую. Здесь же, относясь ко всему к этому серьезно, пусть даже через год, пусть даже через 2 или через 3 года, а клуб будет работать, он будет работать много-много лет. Вы представляете, что вы можете выйти вот на такой пассивный доход. И это еще не предел. И на это не надо тратить всю свою жизнь. У каждого тут будет своя скорость. Кто-то за год это добьется, кто-то за полгода, пусть кто-то за 2 и за 3 года. Но разве не к чему здесь стремиться? А теперь давайте посмотрим на нашу цель. Если в каждый из нас отнесется ко всему, к этому вполне серьезно, и действительно, я не зря поставила вот такой вот видеоролик в начале нашей презентации. Я ставлю сейчас его часто. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Мы должны не только сидеть и просто чуть-чуть хотеть. Мы должны этого желать, как воздуха, добиваться именно результата. И вполне нам под силу каждому привести по 10 человек. Потому что даже до 23-го был старт, у многих партнеров уже не 10, а по 20 и по 30 человек в первой линии. Но если у каждого будет их по 10, доход составит в месяц 2 222 200 рублей. Разве это не мечта? На эти денежные средства можно буквально купить все, что угодно. Можно улучшить жилищные проблемы, обучить детей, путешествовать куда угодно. Но многие люди говорят, я пойду туда, там есть и жилищная программа. Опять же, с переходами из цикла в цикл и сидеть без копейки денег. Ну, бред, полный бред. Я не понимаю людей в последнее время. Чем больше я на них смотрю, тем больше я их не понимаю. Мне даже жалко этих людей. Они не понимают, куда суют свою голову и не понимают, от чего отказываются. 50 рублей в неделю. А нужно сделать оплату и пригласить 10 человек в первой линии. Разве же это невозможно? Я считаю, что это даже сделать довольно-таки легко. И даже если вы подумаете, что ваши люди не выполнят то, что делаете вы, опять же, табличка условная. К примеру, вы 10, а они по 5. И то у вас 156 тысяч в месяц. Нету таких ни пенсий, ни зарплат у нас нету. А здесь реально можно всего этого достичь. А сейчас я хочу у вас спросить, как вам нравится вот именно идея наших реферальных начислений, оплачивая 50 рублей? Так, а можно просто покупать клонов, никого не приглашать? Можно покупать и клонов, но приглашать будет выгоднее. А где, как определить, где клон по фото? Да никак не определить. А зачем вам его определять? Разве вы сами не знаете, в каком вы стоите боксе, а значит, все остальное – это ваши клоны. Также и ваших личников. Вы просто вбиваете номер ID через поисковик, и вы видите, кто настоящий стоит, кто первый от вас, а все остальные его клоны.
Совершенно верно. Чтобы выйти на пассив, надо сначала поработать. Это везде так. Не бывает так, чтобы мы вложили просто 50 рублей, сели на лавочку семечки пощелкать и миллионерами стали. Если бы так было. Но, к сожалению, все мы должны с вами работать. Так, а где посмотреть, где моя уже линия? Ну, я думаю, что вы просто откроете свой кабинет, и вы сами увидите, где вы стоите в комбоксе. Так, у этих партнеров нужно разобраться с маркетингом, разобраться. Да, совершенно верно. Самое главное, нужно разобраться все-таки в маркетинге. Итак, мы с вами рассмотрели именно площадку Moneybox с той стороны, что как бы мы получаем реферальные начисления. Кстати, вы мне так и не ответили. Как вам нравится наше реферальное начисление? Вот именно идея выйти на пассивный доход. Я хочу, чтобы вы все мне поставили плюсики. Вы готовы оплачивать именно 50 рублей и получать вот такие доходы? Активнее, активнее, пожалуйста, активнее. Идея сама вот эта, она замечательная. А то, что у кого-то что-то не получится, это, понимаете, это просто ваш человеческий фактор. Значит, и у вас или лень вами движет, ну или, собственно, я не знаю. А идея замечательная. Итак, спасибо, спасибо. А сейчас мы с вами идем рассматривать именно площадку Moneybox, но уже с другой стороны. Итак, мы возвращаемся. А сейчас я обращаюсь уже к тем людям, которые действительно хотят выходить и на пассивный доход, и получать очень приличные деньги именно на площадке Moneybox. И когда мне люди говорят, что я как бы с скольки боксов мне начинать, чтобы выходить на доход, единственное, что я могу сказать. Если вы желаете быстро выходить на доход именно по боксам, соответственно, вам выгоднее купить больше боксов. Чем больше вы их купите, тем вы быстрее доберетесь до седьмого бокса. Если же вы будете на 50 рублей возиться, значит, соответственно, вам нужно проделать вот такой путь. Сначала самому прийти в седьмой бокс, а потом уже к нему привести ваших партнеров. Итак, давайте будем с вами разбирать именно вот в таком раскладе. К примеру, вы пришли вот на 1600 рублей, то есть купили сразу 6 боксов. Потому что многие люди у меня спрашивают, а много и тут надо столько много людей. Но людей на самом деле вы себе приглашаете, именно выстраиваете первую линию, чтобы быстро выйти на пассивный доход. А для того, чтобы быстро получить деньги по боксам, соответственно, нужно купить больше боксов. Итак, вы встали сами на 6 боксов, пригласили всего одного человека. Вот таким вот образом. Он к вам сразу встал. Следующее, что я хочу вам сказать, это нужно обязательно зайти в свой же как бы кабинет и купить клон и поставить его вот сюда. Во-первых, вы сразу увидите себя наверху, и под вами пусто. У нас два вида столов. Я это вам уже показывала. Открытые и закрытые столы. Вот этот придет сюда, закрывает второй бокс, второй закрывает третий, третий закрывает четвертый, четвертый закроет пятый, то есть все складывается как домино. А шестой придет к вам, вот сюда на первое место, с одним партнером и одним клоном в 50 рублей. Если же вы у нас уже являетесь нашим партнером и у вас есть площадка ЛСБанк, а я вам сразу же отвечала на этот вопрос и показывала и говорила, что люди очень уже многие спрашивают, я хочу сразу заходить на ЛСБанк, имею ли я эту возможность? Да, можете. И именно когда к вам приходит на первое место человек в Moneybox, вы 100% получаете денежные средства 3200 рублей, то есть 100% возврат на ваши потраченные деньги на площадку ЛСБанк. Они вам вернулись. Если же у вас нету площадки ЛСБанк, к вам приходит первый партнер, вам система начислит на вывод 700 рублей и купит вам площадку ЛСБанк. Мы все с вами будем друг за другом двигаться по всем нашим площадкам нашего клуба. Итак, вы уже у нас находитесь, получается, в седьмом боксе, и к вам пришел первый партнер. Ваш клон, он также придет к вам в седьмой бокс и принесет 3200 рублей. Или же вы можете приглашать следующего партнера.
вот уже второго. Вы даже можете его пригласить на все 6-7 боксов или же также на 6 боксов. И он точно так же купит клон и снова придет к вам. И вы получите опять 3200 рублей. То есть до такой степени здесь интересно работать. И под каждым вашим клоном образуются новые места. Вы везде ставите галочки. И каждый ваш клон, представляете, каждый будет идти к вам и приносить денежные средства. Кстати, люди приходят к нам, вот у меня тоже был такой вопрос, что если вот мы вот таким вот образом двигаетесь, что все равномерно, как сам стал, так же и пригласил партнера. Но многие говорят, а что нам делать, если к нам приходят партнеры на разные суммы входа. И ко мне они тоже приходят на разные. Кто-то на 50 делает, сам регистрацию оплачивается. Кто-то на 2 бокса заходит, кто-то на 3, по-разному. Но вы-то всем этим управляете со своего кабинета. И, к примеру, давайте рассмотрим вот именно такой вариант, что люди к вам идут буквально на всякие входы. Они же работают у вас там внизу под вами. И получается, что каждый из них может пройти, вот, допустим, зашел человек на 2 бокса, вот вы здесь поставили галочку, к себе галочку, вот это просто галочки вы поставили. И человек, закрывая, вот зашел на 50 рублей, там поставил себе 2 человека, и он вот сюда к вам выскочит, вот сюда. Здесь вы можете пригласить человека на 50 рублей. Он снова сюда к вам встал. Следующий там внизу работает, работает, работает. К примеру, он раз и выскочил у вас вот здесь, в 4-м боксе. Еще там одного партнера пригласили, а он там раз пригласил к себе, раз к вам в 3-й встал. Вы приглашаете следующего партнера, к примеру, сейчас вот на 5 боксов. Что произойдет? Он встает сюда, у вас здесь закрывается. Он вот сюда закрылся, он сюда закрылся. Вот, и встал к вам вот сюда. Вы тут же покупаете, получается, вот так вы видите себя наверху, под вами пусто. И получается, что следующий уже человек может к вам выскочить, тоже там внизу работает. Он раз сюда выскочился, и у вас, получается, уже вот здесь открылось. Также следующие внизу, их там, если у вас их много, и они на разных суммах входа. Вот этот, к примеру, партнер, под ним раз, так два встала, и он раз к вам сюда. Все, вы опять получаете 3200. То есть, неважно, вы можете приглашать людей буквально на разные суммы входа. Они внизу, они под вами, они все придут только строго к вам. Потому что именно вы управляете своими лично приглашенными партнерами. И чем больше у вас их в первой линии, тем чаще вы будете получать именно 3200 рублей. Если вы будете покупать всевозможные разные эти клоны, они все придут к вам именно в 7-й бокс, и это только вы их будете получать денежные средства. Это очень интересно на самом деле. Просто нужно научиться пользоваться, управлять галочками, научиться пользоваться поисковиком. И вы будете как по карте все это видеть. Итак. Так, так, так. Я зашла на 3 бокса, под меня первым я 2 раза. Если нажимаю на себя, так, подо мной спонсор. Ну, спонсор, значит, поставил под вас галочку и стал под вас. Он вам помог. Еще так, что нажимаю на кого-нибудь, у них все пропадают. Ну, вы просто просматриваете структуру именно в закрытых столах, поэтому там вы так все это видите. Но вам будет более удобно и более понятно, если вы будете вбивать именно реферальные номера в поисковик, и вы будете все видеть, как по карте. Первый бокс активация 50 рублей, второй бокс уже 100. Совершенно верно. Нужно приглашать, нужно приглашать на боксы не более, чем сам купил. Понимаете, если у вас, вот вы, допустим, пришли на 5-й бокс, ой, ну вот давайте вот так вот рассмотрим. К примеру, вы купили, давайте посмотрим, вот вы зашли на 3 бокса. То есть вы видите себя наверху 3 боксов. А ваш лично приглашенный партнер окажется более шустр, чем вас, и поймет, что деньги-то быстро заработать можно, купя больше боксов, то получается именно вот сюда, на 3 бокса, он встанет к вам, а дальше он уже уходит на 4-й бокс к вашему спонсору. Если же он купит, допустим, еще и 5-й, то и туда он идет, к вашему спонсору он будет вставать. Так, какие у нас еще вопросы есть?
Так, ну здесь я вам ответила. А сейчас мы с вами идем разбирать именно маркетинг нашей площадки ЛС-банк. Потому что все мы с вами обязательно, кто-то раньше, кто-то позже, придет именно на площадку ЛС-банк. Чем она уникальна? Это два стола семиместных и два стола четырехместных. Мы с вами научились на манибоксе управлять галочками. Здесь тоже все управляемое. И мы видим себя наверху, под нами вот 6 пустых мест. Вход на эту площадку составляет 2500. Но в сам стол уходит 1500. А 1000 начисляется именно спонсору. Это реферальные начисления. Чем больше у вас личников в первой линии, тем больше денег вы получите. Тем быстрее будете двигаться и по накопительной программе. ЛС-банк – это накопительная. Итак, к примеру, к вам пришел ваш первый личный партнер. Вам 1000 на вывод. Сразу на вывод. Можете выводить. Второй пришел. Вам 1000 на вывод. Это два ваших личника. К примеру, у вас их 3. К вам встал ваш личник. Вам опять 1000 на вывод. Это просто реферальный. Вы будете получать за каждого вами личного партнера по 1000 рублей. Если же сюда к вам упал перелив сверху, здесь они тоже падают. Вы ничего не получаете, потому что это не ваш человек. Эту 1000 получит именно тот партнер, который привел этого партнера. А вот сюда встали два человека, именно вот этого человека, вашего личника. Он получит за них по 1000 рублей. И у вас стол закрывается, то есть закрылся первый семиместный стол. Вы заработали 6000 рублей, из которых вы вот эти деньги вывести не сможете. Они будут вложены в развитие вашего бизнеса. А то, что вы по рефералке заработали, это все ваше. Итак, вот эти 6000 идут во второй стол, 3000. А 3000 система вам купит рублевую за 500. А мультикэш за 1000, колесо фортуны за 1500. То есть она вложит в ваше же развитие. И сейчас вы будете получать денежные средства именно по всем нашим площадкам. Вам не надо людей приглашать на рублевую. Не надо на мультикэш и на колесо не надо. Они будут вам нести пассивный доход вот таким образом. Вы пригласили которого первого партнера, вы уже по ревке за него получили 1000. Когда он закроет свой семиместный стол, вы снова за него получаете 1100 рублей. Каким образом? Потому что он пошел с вами, закрыл свой стол, пришел к вам во второй стол, и он же пошел в рублевую, он пошел на мультикэш, и он уже пошел на колесо. Вот эти реферальные начисления вы будете получать благодаря вот этим двум площадкам. То есть это ваш пассивный доход. За каждого личного партнера, который будет идти за вами следом, вы получаете 1100 рублей следом на вывод. Если же сюда переходят люди вашей второй линии, вы получаете за них, соответственно, они точно так же идут по всем площадкам, по 500 рублей. А вот сюда встанет ваш личник. Вы снова получаете 1100 рублей. Если же у вас был здесь перелив, то сюда может прийти любой человек из вашей юбки занять место, или же также может стать перелив сверху. Итак, закрывается второй стол. Заработок составляет 12000 рублей, из которых 10500 идет на третий стол, а 1500 на реинвест вот сюда в первый. Реинвест полностью управляем. Вы точно так же можете под свое реинвестное место ставить людей. И он также заработает 6000 и пойдет следом за вами во второй. А вот эти 3000, они уже будут вам начислены на баланс для вывода. Вы можете все эти деньги, которые зарабатываются именно за закрытие вашего реинвестного места, именно по реферальной программе, которая у вас с первой линии 1100, вторая 500, третья 250, а с четвертой по 10 по 50 рублей, это все ваше на вывод, все забираете. В третьем столе обратите внимание, что если в первый и второй стол семиместные, то третий и четвертый это всего лишь четырехместные столы, где вы видите себя наверху, а под вами всего 3 пустых места. Сюда приходят ваши личники или же сверху перелив. Ваш спонсор
Как только увидит, что у вас два закрытых места и осталось одно пустое место, он обязательно подсуетится и вам может сюда поставить человека. Потому что он заинтересован, чтобы вы пришли к нему в четвертый стол и принесли деньги. И стол приносит 31 500 рублей, из которых 28 500 идет в четвертый стол, а 3 000 на реинвест уже во второй. Реинвестов огромное количество. Если в манибоксе мы с вами покупаем клонов, здесь же каждый реинвест порождает реинвесты. Вот таким образом. Он закрывается здесь, зарабатывает 12 000, опять же ползет следом за вами и снова дает реинвест в первый. Их огромное количество. Реинвестов вашего спонсора, ваших потом реинвестов. Потом будут реинвесты ваших личных партнеров. То есть это уже идет сокращение количества людей. И как показала практика, вы только пришли к четвертому столу. То есть вы по накопительной ни копейки не заработали, к вам никто не пришел. Но у каждого человека по реферальным начислениям накапливается. То есть вы даже, может быть, уже их и вывели, и выводите все эти деньги. Кто-то заработал меньше 20 тысяч, кто-то больше. Это все зависит именно от вашей первой линии. Сколько людей вы наприглашали, сколько ваши людей наприглашали. Потому что вы же за каждого получаете реферальные. А именно на четвертом, как только сюда к вам пришел первый человечек, вам система VIP-пакет покупает и 23 500 начисляет на баланс для вывода. Приходит второй, вам 28 500, третий даст 28. Вот основное ваше как бы окно закрыто, но под каждым вашим реинвестным местом снова образуются три места. Вы ставите галочку, и все ваши реинвестные места, ваши партнеры, они все вам движутся именно к вам, и вы получаете уже 85 тысяч рублей. То есть за каждое место, как только будет туда падать человек, вам на вывод по 28 500 рублей. Но это очень круто. Это очень выгодный маркетинг. Понимаете, здесь деньги буквально на каждом шаге. Прошел шаг, вам деньги. Прошел шаг, вам снова деньги. То есть это на самом деле очень круто. И давайте также еще и вспомним о том, что у нас ведь здесь есть еще и рублевая площадка, которая также вам приносит доход. Ведь каждый человек, который закрывает свой домик в первом столе, он ведь идет не только к вам во второй стол, ведь он еще идет и на рублевую площадку, которая вам также приносит доход. На пакете вот 500 рублей старт, 8 тысяч рублей, а на пакете VIP 80 тысяч рублей. И это абсолютно пассивный доход. Настолько интересно здесь работать. Мы ведь с вами активно развиваем площадку Moneybox, развиваем LS-банк и получаем абсолютно пассивный доход по рублевой, по мультикэшу и по колесу фортуны. Очень интересно на самом деле здесь работать. А сейчас я хочу вам задать вопрос. В общем, в целом, как вам нравится наш маркетинг? В записи вебинар обязательно будет. Я обязательно делаю все записи. Я хочу, чтобы вы все это понимали. Так, что делать? Делать спонсор не обучает, значит, желательно купить все столы. Вы покупаете все столы только по собственному желанию. Но вы прекрасно понимаете, если у вас позволяют средства их купить, то, конечно же, их лучше купить, потому что денежные средства мы получаем на седьмом боксе, и быстрее надо перебираться на площадку LS-банк, потому что там тоже очень хорошие доходы. У нас отличный маркетинг на самом деле. Вот реально отличный, понимаете? Самое главное наше преимущество, что мы не то, что там пригласили одного человека, следующего идем приглашаем. Мы с одних и тех же людей, все я, вы в дальнейшем, такие же спонсоры. Ну, на самом деле, про кашу в голове, конечно же, у нас очень много переходов, но вы должны усвоить одно. Чем дальше вы будете двигаться, тем больше будете получать денежных средств. Это я вам 100% гарантирую. И то, что мы переходим с одними же людьми из одного маркетинга в другого на автомате, вы понимаете, как это классно? Вы только представьте, мы с вами получаем доходы на манибоксе, мы с вами получаем доходы на LS-банке, пассивный абсолютно доход на рублевой площадке, на мультикэше, на колесе. И плюс ко всему мы все с вами получаем
Вот такие реферальные начисления. Вы вообще вот эту всю идею в голове переварите. Как только все вот это вот у вас освоится в вашей голове, поверьте, вы ни одного такого маркетинга в интернете не найдете. Не будет у вас проблем с приглашениями, если только вы все поймете, всю эту идею. Она шикарнейшая, реально шикарнейшая. Это вам не инвестиция, куда нужно положить денежные средства и рисковать ими потерять, понимаете? У нас риска нет. Единственный риск, я людям говорю, это то, что вы вложили деньги и ничего абсолютно не делаете. Вот тогда риск. И то риска нету. Вы можете вернуться к нам через год и снова продолжать свою работу, как только в голову придет, что вы сделали ошибку. Понимаете? И у нас есть такие люди, которые приходили, которые уходили, а потом они снова пришли и сказали: какой же я был дурак, сколько денег в интернете потерял. Столько времени потерял, а сейчас продолжают работать. Поэтому действительно все у нас с вами в руках. Так, ну, естественно, те люди, которые у нас новички, естественно, нужно начинать с самого начала разбирать с площадкой Moneybox. Но у нас есть партнеры, которые уже прошли Moneybox, которые уже перешли в ЛСБанк, поэтому мы должны всю информацию давать как бы в открытом виде. Так, что значит 200 заблокировано? А, 200 заблокировано. Ну, это не заблокировано, это заморожено. Давайте с вами разберемся. Вот смотрите. К примеру, площадка Moneybox. Как она работает? Вы видите себя, к примеру, наверху. Вот у вас, к примеру, вот есть уже все вот эти вот 7 боксов. Вот они все. Вот. Но даже если вы не все 7, неважно. Как только к вам вот сюда встает человек, у вас 50 рублей идет в заморозку. Вы покупаете тут же клона, они списываются, и встаете вы вот сюда. Соответственно, на вашем балансе уже будет 100 рублей в заморозке. После того, если к вам, к примеру, упал вот сюда перелив, плюс 400, у вас будет уже на балансе в заморозке 400 и вот этих 100, то есть 500 рублей. К вам только упал вот сюда перелив, или же, допустим, вы сами взяли, докупили клон, у вас произошла, у вас, если 7 есть боксов, вы встаете к себе вот сюда. Соответственно, 800 рублей к вам идет сюда вот в заморозку. То есть вот эти замороженные денежные средства, вы вообще на них особо внимания не обращаете. По одной единственной причине. Потому что заморозка система управляет сама. Эти денежные средства предназначены для того, чтобы вы передвигались из бокса в бокс или же с другого там рублевого стола в другой стол. Система вас не обманет, и вы тем более не сможете обмануть эту систему. Поэтому лучше смотрите на свой реальный баланс, где денежные средства вам на вывод. И я желаю вам иметь этих денежных средств гораздо больше. А заморозка, она может меняться в течение одного дня по несколько раз. Поэтому особого внимания на нее не обращайте. Так, так. Я по ошибке завела деньги на проплату в свой кабинет. Как теперь перевести деньги на кабинет партнера? Это все делается очень просто. У нас есть функция «Перевод между кабинетами». И, кстати, я с этого и начинала проводить нашу презентацию. И у вас в кабинете также есть вкладка «Обучение TLS Club». Вы можете его пройти, и вы будете свободно пользоваться и знать, как переводить денежные средства. Итак, какие у нас еще есть вопросы? Пожалуйста, вы можете мне их задавать. Я же смогу на них ответить. Пишите, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Итак, мы с вами сегодня разобрали, как пользоваться нашим кабинетом. Мы с вами разобрали маркетинг площадки Moneybox. Также мы разобрали маркетинг именно ЛС-банка. И я хочу ответить на какие-либо ваши вопросы, если вы мне их зададите. Если же вопросов нету, то мы с вами сегодня заканчиваем презентацию. И можете прийти завтра в 14:00, приводите новичков, и мы снова будем с вами все разбирать с самого начала. Работы у нас предстоит очень много, работа очень интересная. К
Клуб замечательный, поэтому работать на самом деле одно удовольствие. С какого бокса начисляются деньги? Седьмого. Седьмого. Денежки мы получаем на седьмом боксе. Итак, сейчас я хочу вам показать вот такой слайд. Он мне очень нравится, вот реально очень нравится. Его можно ассоциировать с теми людьми, которые зашли на наши боксы и почему-то не желают оплачивать свою абонентскую плату. Поверьте, вы теряете много, много чего в том плане, что вы теряете возможности именно добиваться хороших результатов. Вы очень рано опускаете свои руки. Вы даже ничего еще не сделали, а уже опустили руки. Но это я обращаюсь только к тем партнерам, кто не оплатил абонентскую плату. Реально, в нашем клубе можно зарабатывать очень хорошие деньги. Поэтому целей нужно добиваться всегда. Иногда остаются вот такие маленькие шаги, но люди почему-то так себя ведут. Но это неправильно. Это абсолютно неправильно. И четыре фактора, влияющие на успех, это наличие истинного желания. Именно это то, о чем говорится в видеоролике, который я включала для мотивации. Желание, понимаете, желание. Мы не только должны просто чего-то там немножечко хотеть, а мы должны двигать своим желанием, мы должны идти к своей цели и нисколечко не отступать от нее. И отсутствие негатива, негативных установок. Никогда не слушайте тех людей, которые вам говорят, что у вас ничего не получится. Обходите этих людей вообще стороной. Или же посмотрите, как они живут. Вы хотите так жить? Я нет. Двигайтесь и равняйтесь всегда на успешных людей. Именно на тех людей, которые могут вас привести к успеху. И система работы, график активности и действий. Если мы ничего не делаем, ничего не получается, все стоит. Мы обязательно должны иметь график активности и действий и систему регулярного самообучения. Прошу его начать именно самообучение с нашего личного кабинета. Ну вот как-то вот так. Не платят, потому что нет личников. Вот это их очень большая ошибка. Вот именно вот в этом очень они люди ошибаются. Потому что они могут продвигаться именно покупая своих клонов. И когда они разберутся в маркетинге, и личники у них появятся. А если в клон не хочу купить, личника пригласить не хочу. Ну тогда просто стоит закрыть ее ноутбук, там выключить компьютер и идти просто заниматься, я не знаю, чем, ну на земле и пусть работают за эти копеечные зарплаты. Ну по-другому просто не скажешь. Любой человек, который хочет чего-то достичь, он будет к этому идти. Поэтому на этом мы сегодня с вами просто заканчиваем нашу презентацию. Завтра встречаемся в 14:00.